Михаил Мишустин призвал регионы помочь россиянам в трудной жизненной ситуации. Требуется адресная поддержка, при необходимости единовременные денежные выплаты и помощь с трудоустройством. В Коми уже действуют не только федеральные, но и республиканские меры поддержки, в том числе для семей с детьми. Получить информацию о них можно на сайте семья.ркоми.рф. Здесь же есть социальный навигатор, который помогает каждой ячейке общества определить для себя, на какую меру поддержки она может рассчитывать. Достаточно указать район проживания, состав и доходы семьи, и система автоматически предоставит всю информацию. Для многих выплат и пособий предусмотрена возможность оформления заявления на получение через портал госуслуг. Кнопка «Получить услугу».